День добрый. Сейчас я хочу показать несколько дотов, которые находятся в области Ейлахтми. Точно не могу сказать, где они находятся, но на север отсюда, в той стороне моря, примерно 2 километра, наверное, будет. И чем они удивительны, это тем, что тыловая часть, то есть вход у них находится на стороне моря, то есть это не какой-то, наверное, противодесантный, не знаю, это может быть какая-нибудь точка, последняя точка обороны перед отходом в залив, может быть. Ну вот, посмотрим, как он выглядит со стороны, снаружи. Стрелковая щель, видно, что она очень маленькая. И снизу еще щели какие-то дополнительные. Здесь непонятно, наверное, щель все-таки засыпана землей, потому что этот же уровень засыпан. Заглянем вовнутрь, узнаем. Здесь то же самое. Вот, собственно, идем вовнутрь. Посмотрим, что там внутри. Видно, сделана лесенка. Была сделана. Да, все-таки на этой стороне не было щели стрелковой. Ну вот, собственно, так он выглядит изнутри. Значит, получается, все-таки тыловая сторона вот эта, а это лицевая, там, где вход. Довольно странное расположение. Была построена, я так понял, Эстонской республикой от 20 до 39, наверное. Ну, короче, грубо говоря, с 20-х до 40-х годов, где-то в этот промежуток. Ну, собственно, огневая позиция. Тут какие-то внутри еще были приспособления, видимо, сделаны. Но сейчас они срезаны на металл. Сейчас от них ничего не осталось. Вот, собственно, поэтому доту. Пожалуй, все. Поеду искать следующий. Так, ну вот найден второй дот. И здесь уже есть какая-то ясность. Здесь расчищен мох был, когда я приехал. Мы видим год. 1939. В 1939 году, как известно, немцы оккупировали Эстонию. Ну, можно предположить, что это построили немцы. То есть видно, что здесь сделано такое крыльцо, как на предыдущем. То есть, наверное, это из той же оперы. И видно, что стрелковые щели сделаны примерно так же. Состояние не ахти. Внутреннее строение такое же. Видно по потолку. То есть вот я стою сейчас на входе. За ворот. Тут, где торчит с потолка, тут была стеночка. То есть все как в предыдущем доте сделано. Это брат-близнец. Только состояние, конечно, похуже. Везде торчит арматура. И раскидано все. Но я, конечно, не очень-то мыслю, наверное, как взрывотехник. Но могу предположить, что его взорвали, наверное, изнутри. Потому что большинство осколков от стен
все-таки снаружи валяется. Поэтому я делал вывод, что его, наверное, все-таки взорвали снаружи. Взрывчатка, наверное, была заложена где-нибудь в районе. Вот здесь вот, судя по воронке в стене. Ну, вот так вот. Основная ударная волна пошла на эту сторону. Или же здесь была заложена значительная часть взрывчатого вещества. Если я не ошибаюсь, должен быть еще один дот. И я сейчас попробую его тоже найти. Смотрим дальше.